Валера, кто это? А, Валера, ё-моё! Валеру поставь! А Валера, смотри, он обмяк такой стал, мягкий, видишь? Завял Валера, ладно, сажу Валеру. Валера с нами едет опять. Да, какой-то Land Rover не крепкий автомобиль. Андрю говорит, стало намного комфортней после перехода на подвеску пружинную. Ну это понятно, но надежность, наверное, не такая, как была. Да, без фонары не очень. Нормальный жестячок такой. Так, Андрюха поехал в Княжичи. Там Лафет приедет, заберет его. Первые потери. Так, сзади там слышны очень страшные звуки Пенсгауэра. Без глушителя просто жесть. Видите, не поворачивает машина. Там дорога неплохая, где грунтовочка. Все. А мы дальше полетели. Тут что-то начинает отдаленно напоминать танковую. Какие-то просматриваются следы, но танков, кроме нас, тут танков уже много лет не было. Хороший дождь, так чуть-чуть намочило это все. Климатические изменения бешеные, реки мелеют, колодцы высыхают. Это все уже последних, наверное, лет 5-6, это четко видно. Периодичность какая-то, наверное, есть. Все говорят про глобальное потепление, я думаю, что это тоже влияет, но периодичность есть. Смотрите, вообще нельзя ничего узнать. Все засохшее, пересохшее было. Уже на траектории повырастали деревья даже. Светлей стало, и дождь тише. Да, видите, вот эти вверх-вниз волны от танков остались. Вот и бревна, об которые гнул бомбу бородач. Сегодня проезжаем мимо.
Так. Патрол пошел первый. Но это еще не центральная лужа. Ага, там тоже бревна. Хорошо, весело, я смотрю. Попадали деревья, их попилили, но... не до конца. Патрол идет. Перепрыгну. Я если был спущенный, вообще бы не почувствовал бы этого. А так есть небольшое усилие. Так, правильно едет. Все едут. В принципе, не очень сложно. Видите, начинает танковая наполняться водой. Это еще не центральная лужа. Но уже тут хорошо. Приближаемся к нормальной части или центральная. Да, это центральная лужа. Меняется тут ландшафт. Какой-то ксенон сзади. Ну тут бы, конечно, влево сделать заезд можно нормальный для спецучастка. Хорошие места. Добавилось водички немножко. Бревна плавают. Из-за вырубки тут изменилось все немножко. Все здесь. А вот и Пинзгауэр. На камеру работает. Красивый звук.
да, сложные погодные условия для съемки. Запах тут есть. Тут она немножко увеличилась. Так, пытаемся встать, чтобы снять что-то. Пары не в тему, конечно. И веточка эта. Какая волна бешеная. Прошел по трубу. Да. Вранглер. Идет почти Рубикон. Десятка, уже совсем другая машина с этими колесами. Ну а где ж звезда? Пинзаур вот стоит. Ждем. Смотрите, после машин какой поток назад воды возвращается. Просто река. Да, карасики тут плавали раньше. Не знаю, остались или нет. Завелись. Thank you.
без глушителя звучит грозно очень. Очень грозно звучит. Догоняем. Валера, кто это? А, Валера, ё-моё! Валеру поставь! Посади Валеру! А Валера, смотри, он обмяк такой стал, мягкий, видишь? Завял Валера, ладно, сажу Валеру. Валера с нами едет опять. А чё я его сразу не посадил? Он же там, ему было темно, наверное, вниз сзади. Валера с нами. Да.